Классный руководитель Аделя, учительница 22-й Димитровградской школы Татьяна Хайрулина, говорит, что нисколько не удивлена, узнав, что ее бывший ученик так геройски повел себя в экстремальной ситуации. Знаете, это не удивительно, потому что мальчик, он еще маленький был. Сразу же был такой с твердым характером. Он ходил на секцию каратэ. Правильно воспитанный. Он знает цену дружбе, цену деньгам, цену труду. Татьяна Ивановна созвонилась с мамой Аделя, с которой женщины уже обсудили произошедшее. Наиля Ахмедзянова узнала о ЧП из звонка от сына. Полпятого звонок, Адель звонит, первые слова. Мама, я жив, я здоров и все здоровы. Я молчу. Ты только не волнуйся, у нас случился пожар. Ну, конечно же, Бог, он смог, он сообразил, помог, он смог. Причины пожара в столичной многоэтажке выясняются. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.